Всем привет, вы на канале Хаттабыч ТВ, и это у нас новый видос, и по названию видео, по превью, вы уже, наверное, поняли, что за машина у нас сегодня на обзоре, ребят. В принципе, это, ребят, давайте квадрокоптер, это у нас Audi Q7 2018 года. Да, ребята, Audi Q7 есть 2007 года, это которая самая... Короче, предпоследняя есть 2017-го. Это типа такой же кузов, но только чуть-чуть другой, ребят. Чуть-чуть другой. Это более такая новее машина. А это у нас 2018 года, если... Реально, тачка, ребят, огонь. Мне очень нравится. Я ее взял на прокат, потому что у меня пока что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, своей машины нету, так как мне всего 18 лет исполнилось. И я вот взял на прокат машину. В общем-то, давайте, ребят, включим фары. Вот, так, вот такие вот у нее фары. Можно дальний включить. Ксенон. Нормально. Дать на аварийку. Встанем вот такие вот. Эти, как они. Поворотнички. Ну, давайте ее заведем. Вот. Вот это, ребят, у нее звук. Давайте, ребят, поедем назад. Так. Капец, она мощная. Ой, ребята. Кстати, еще хорошо, что у нее есть парктроники. Так, давайте выключим аварийку. Все, тачка, ребят, реально огонь. И, ребят, мне кажется, уже пора свою машину покупать, так как мне все-таки хочется на своей машине уже поездить. Блин, у нас тут тупик. Разворачиваемся. Тачка, в принципе, прикольная. Она мне нравится, конечно же. Давайте проверим максималочку. Не, норм. И, ребят, я хотел себе... Так. Я хотел себе... Хочу купить себе такую же, но она, к сожалению, стоит около... Сколько она стоит, ребят? Она стоит около 16 миллионов, ребят. Просто обычный джип. Ну, не обычный, но как... Более обычный. Джип Audi стоит 16 миллионов. Самая топовая комплектация. И, ребят, это самая топовая комплектация все-таки. Потому что посмотрите на эту тачку, просто зверь. Но, наверное, в следующей серии я уже буду покупать свою машину. Короче, всем удачи и пока-пока.